Давайте мы сегодня порисуем цветочки, фуксию. Наметим общий контур нашей фуксии. Фуксии бывают белые, розовые. У меня раньше была дома фуксия, необычная такая, широкая, белая, чешеобразные лепестки такие были, но больше я ее нигде не видела, она пропала. Так, у нее такие листочки. Вверху вот так как-то они делаются. Так, у нас тут стебелек крепится. Я вот в последнее время очень люблю все делать сразу, без всяких ластиков, без подстраховочек. Такое вот очень хорошее упражнение. Развивать руку.
Ну, вот такая вот фуксия у меня получилась. Такая вот зарисовочка.